Я вот нахожусь в коридоре. В окно увидел, там идут на ужин. 28 июня 2019 года, пятница. Бощок для питья. С миром принимаем дорогих гостей. О, вот это да. С миром. Телефон. Ну на, пока поснимаю ее. Ко мне не заходите, тут тишина. Полная тишина. Чего? У нее сопли-то не бегут, ничего? Блювотина. Блювотина? Надо сопли делать. Всех фотографируют, только тебя никто не снимает. Ну что, все, запускайте за стол. Время 7 часов вечера. Ну, видать даже. Так. Лера принимает. Давай. Пусть Игнатий звонит. Он уже позвонил. Скорее, скорее, дядя Вова. Да уже звонили. Что-то последний просто... раз звонит. Все, ночью уезжает. Так, сюда остановись. Я папой стою. Так, куда не надо? Вот сюда стань рядом. За молитву святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Идят нищие, насытятся, восхвалят Господа взыскающего, жива будет сердца их век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. За молитву Пречистой Матери всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милостью будь мне грешному, создав мне, Господи, помилуй меня. Без числа согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Ну, блехели хорошие изменения. Шторку надо закрыть. Так что, дядя Вова, если будет желание приехать, вы желанные наши гости. Это не только блехели, желанные гости. А желанные гости ради блехели. Ну, ты сам видишь изменения какие. Казалось, совершенно неуправляемая. А вот теперь мы видим, что можно ей заниматься уже. Так, садитесь за стол. Кошка треногая. Потом молодая рыбку хоть одну, да. Все, садитесь, пожалуйста. Иди, садись.